Всем друзьям большой привет! Сегодня у нас на канале очередная похвастушка. Но перед тем, как я покажу посылочку, хочу показать очередной рисунок моей дочери, на этот раз карандашом. Надеюсь, вы узнаете, кто персонаж. Вот это она нарисовала карандашами. Вот такого вот паренька, ведьмака. Ну, ладно, теперь перейдем к посылке. Вот такая вот посылочка приехала мне сегодня из Китая. Знаю, ребята, в свете последних событий такие вещи нужно вскрывать в лучшем случае в химзащите. В дефолтном варианте хотя бы в перчатках и в маске. Но, блин, я не подготовился, не ожидал, что она придет именно сегодня. Ведь заказывалась она еще на Черную пятницу в ноябре. И, честно говоря, я уже даже начал сомневаться в том, что она ко мне придет. Но все-таки она пришла, наверное, с китайским вирусом. И, повторюсь, надо открывать в перчатках и в маске, но у меня их нет. Зато у меня есть вот такое вот дезинфицирующее средство. И, конечно, сейчас мы все коронавирусы убьем. Вот, теперь я спокоен. Хотя, конечно, я уверен, что посылочка немножко болеет, потому как, если посмотреть ее вот так, видно, что она, видите, примялась. Видно что-то с легкими. Впалая такая грудь. Ну, надеюсь, что модель не пострадает. Хотя, кто его знает, может, здесь и модели-то нет. Сейчас все мы увидим, все посмотрим. Так, наконец-то вскрыл я коробку. Открываем. Вот, пахнуло китайским духом. Пахнуло китайским духом. И в коробочке у нас вот такой вот паровозик. Длина 31 сантиметр. Почти 32. Вообще. Хобби босса. Что такое? Блять, он даже... он запакован китайскими братьями. Вряд ли что-то паковалось. На заводе у производителя какие-то пломбы такие странные. Вот. Подгулявшая коробочка. Так, и вот здесь наши ледники. Слушайте, друзья, я не знаю, что это такое. Я не заказывал, но вполне возможно, это что-то Team Break, какая-то тормозная система, что ли. И, скорее всего, она не должна быть в наборе. Может быть, это подарок продавца. Но я не знаю, посмотрим. Все остальное у нас лежит, вроде бы все присутствует на месте. Так, вот у нас инструкция. И здесь еще листики с окраской. Бомба, да? Нижний просто бомба. Ладно, друзья, это все лирика. Полный обзор будет когда-нибудь со временем, когда руки дойдут до сборки этого чуда инженерной мысли. Сейчас я успокою свои нервишки. Честно говоря, я рад. Я люблю железнодорожную технику. Открою вам секрет. Я даже когда-то учился в одном из железнодорожных вузов нашей бывшей страны. Вернее, поступал еще при СССР, учился уже в Украине. Поэтому железнодорожная тема мне дорога. А такой паровозик, ну, ребята, он классный. Ладно, вот такая похвастушечка. Надеюсь, китайский коронавирус отсюда не выполз. Если вам понравился такой вот паровозик, обязательно поставьте лайк, нажмите колокольчик, потому что чует мое сердце, что когда-нибудь в скором будущем, может быть, даже раньше 2024 года, этот паровоз пойдет в стройку. Вот, на этом все. Всем удачи и всем пока.